Аким семьи Нурбол Нурсагатов вручил звание почетного гражданина города ряду заслуженных жителей. Кроме того, всем, кто добросовестно трудится в различных сферах, вручили денежные сертификаты и присвоили звание «Лучший работник». В торжественном собрании приняли участие представители интеллигенции города Семей, государственные служащие и местные жители. С приветственным словом выступил аким города Нурбол Нурсагатов, который поздравил граждан с праздником. Получить статус почетного гражданина города Семей невозможно за один день работы. Это плоды вашего честного, многолетнего труда на благо города. Ваш нелегкий труд – большой пример для подрастающего поколения. В своем последнем послании глава государства объявил 2025 год годом рабочих профессий. Это решение показывает, что рабочие профессии играют важную роль в развитии экономики страны. На торжественном мероприятии ряд жителей, внесших вклад в развитие города Семей, получили звание почетного гражданина. Нам присвоили звание почетного гражданина города. Мы благодарны за это. Сегодня в городе создаются и реализуются большие и важные программы. Строятся больницы, школы, идет работа по благоустройству. Мы очень рады. У жителей нашего города поднимается дух. Не остались без внимания и люди труда. На празднике были награждены жители, которые работали в разных сферах и внесли свой вклад в развитие региона. Одна из них – Раушан Мусабекова, работник социальной сферы. Трудилась в этом направлении 18 лет. Она получила номинацию «Лучший социальный работник» и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч тенге. Что отметили, что внимание уделяют, что поздравляют, отмечают нашу работу. Спасибо огромное всем-всем. Хочу, чтобы наш город процветал. Был красивым. Церемония награждения продолжилась праздничной программой. Ботагөз Дандыбаева, Ружан Таубекова, Анатолий Тернов, телеканал «Семей».